Напомню, организация отдыха на курортах Краснодарского края – одна из мер поддержки многодетных и малообеспеченных семей в нашем регионе. Только в этом году за счет бюджетных средств путевки получили порядка 2500 человек. В следующем году отправить на отдых планируется такое же количество семей, но уже по новым правилам. Вместо путевок семьи будут получать сертификаты. На каждого члена семьи выделят по 35 тысяч рублей. С этим сертификатом семьи смогут обратиться к туроператору, выбрать место для отдыха и оплатить им путевки. Около 150 миллионов будет направлено на эти цели. И в порядке очередности той, которая сегодня существует. Право имеют, значит, малообеспеченные семьи, право имеют многодетные семьи, семьи трое и более детей. И в возрасте, начиная, значит, школьного на летний отдых. Но при этом мы внесли изменения, и с 4 лет будет предоставляться на ребенка. Работу по организации отдыха для многодетных и малообеспеченных семей организуют отделы социальной защиты населения. Кроме этого, они занимаются выплатой различных пособий, оказанием помощи для нуждающихся. Особое внимание сейчас уделяется семьям мобилизованных. Для них в регионе введены ряд льгот. В частности, это единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, бесплатное питание для детей мобилизованных в образовательных учреждениях. Каждая семья на контроле сотрудников собесов. Если есть какие-то вопросы, то мы стараемся помогать. Буквально вот вчера и на прошлой неделе были обращения по выплате довольствия, по выплате тех средств, которые осуществляются из федерального бюджета, и их организует Министерство обороны, облвоенкомат. Мы на прямой связи с облвоенкоматом уточняем, за какой период выплаты произведены, уточняем, когда в ближайшее время будет это организовано, помогаем всем семьям, которые к нам обращаются. Напомню, для помощи семьям мобилизованных по всему региону также организованы специализированные центры. Там оказывают юридическую, психологическую помощь, а также адресную в зависимости от нужд конкретной семьи.